каждый день на работу и с работы я езжу на улице, по улице Мазурова. В час пик ехал с работы, и два мужчины, так, меня ждут 35-40 годами, вдруг объявили остановку улица Мазурова, они спросили, а в честь чего названа улица? Я не удержался и сказал, в принципе, не в честь чего, в честь кого. Ну и пришлось просветить, кто такой Кирилл Трофимович, что он наш земляк, что он у нас учился здесь, ну и кем он был для Беларуси. Краткая такая, но, так сказать, ликвидация безграмотности.